Всем привет, ребят. Ну что, я решил сделать еще одну такую рубрику небольшую по поводу героев. Я вам показываю в основном героев, то есть я рассказываю, показываю локации, разные варианты. Я решил сделать короткие видосы, то есть в районе 3 минут будет ежедневно выходить видос по какому-то герою, по какому вы будете писать в комментах, то есть большинство комментов, которые за следующего героя народ проголосует, того и сделаю. И так в итоге мы постепенно сделаем обзорчик всех героев, которые на сегодня есть. В общем, поехали, я сейчас гляну просто в алтаре, что там у меня есть интересное. Давайте начнем с тыквы. Самое простое, элементарное, то есть это самый топовый герой, что ставить талантом. Качать однозначно на максималку талантиком. Ставим, если у вас берс, вы без донат берс, если у вас есть возможность воодушевления, изворот, ну точнее давайте по порядку. Берс, изворот, воодушка и исцеление. Это таких 4 топовых таланта для тыковки на любую локацию. Берс, конечно, это устарело, но за неимением ничего лучше это поставить. Это бафер по эмблемам. На архидемона, где вы будете его использовать, конечно же, либо эмблема бравлера, либо раскол. На PvP локации тыква, в принципе, сейчас не берется. На фарм, если вы где-то фармите, ставите оживу, там, либо воодушевление, чтобы быстрее заряжалось. Ну, по эмблемам, скажем так, это более проблемно. Если на фарм древних СО неплохо заходит, то есть можете поставить эмблемы СО по питомцам. Ну, у меня в основном используется, я, ну, разных питомцев тоже говорил, это бредовая идея рассказывать, какого пэта поставить какому герою. Ну, я вам так скажу, за лучших вариантов, если она у вас сдохнет, ставите ангела, либо слона, чтобы ее не станили, если у вас, соответственно, нету скина там и другого. Также можно поставить железку, чтобы ее не ставили. По созвездием. Это самое интересное на сегодня. Вот это вот, точнее по чарам. Самая топовая чарка, суперсила на архидемона. Также можно ставить пиромага. Пиромаг тоже очень неплохо заходит. Других вариантов, скажем так, для этого героя еще некоторые используют необузданный ярость, чтобы быстрее разогнать. То есть это три таких самых востребованных топовых чарки для этого героя. По созвездиям, ну, у меня здесь она собрана на максимальную атаку. Если вы на фарм локации какие-то берете, можете ставить уклонение частично, а частично крит, крит урон, ну, точнее не крит, не крит урон, а крит можете ставить, чтобы на архидемоне она выбивала, если она у вас не на максималке. Вот, также можно жизнь ставить, чтобы не дохла. Все зависит от того, какая у вас прокачка. В принципе, вот и все. То есть я вам все рассказал по герою. Качать надо на максималку. Это топовый бафер. Использовать на фарме. Ну, я в основном ее использую сейчас на архидемоне. На угольной многие используют. На гоблинах в лабиринте. То есть это один из топовых героев. В общем, такой вот короткий видос. Надеюсь, оно вам зайдет. Прожимайте лайки и пишите в комментах, на кого вы хотите увидеть следующее, потому что многие не могут смотреть длительные видосы. Поэтому будем частично делать обзоры с большими героями и обзоры короткие с мелкими. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.